Всем мам. Всем привет, с вами Дима, и это мое новое видео, наконец-то, да, я снимаю. Аллилуйя. Сегодня я снимаю хоум-влог, где я просто несу бред, а вы такие слушаете и думаете, что за хрень вообще происходит. И я сейчас, если честно, еле стою на ногах. Дим, вообще-то ты сидишь. Потому что я не спал всю ночь, из-за того, что я очень поздно вчера приехал с Минска. У нас задержался поезд, то он что-то как-то не рассчитал, долго ехал. Поэтому не успел на транспорт, поэтому я шел пешком. В итоге я додумался взять такси только потом, доехал до дома. И понял, что мне делать хреновую тучу заданий еще в школу. Поэтому я сел, делал рефераты, делал домашку. И в итоге я поспал всего-то несколько часов, встал с утра, пошел в школу, там отмучился, и, короче, вот он я, та-дам! Так что сейчас я доснимаю, просто лягу спать, наверное, посплю хотя бы часок, и буду дальше делать уроки, гребаные уроки. Хочу начать с того, что мне кажется, что у меня какие-то проблемы с головой. 100%. Дима, да и так уже все знают. Да-да. Просто дело в том, что в последнее время мне кажется, что у меня какие-то провалы в памяти, что я не замечаю, как пролетает время, как пролетают просто недели. И когда вы мне пишете, цыка, падла, где видео? И я такой думаю, я ж только вчера выкладывал. Смотрю, а ему уже 2 недели. Я вообще не понимаю, как проходят мои дни, потому что мне кажется, что меня шмотает так из стороны в сторону. Я просто плыву по течению, в не пойми куда, в жопу какую-то. И прикол в том, что мне реально кажется, что я куча всего делаю. У меня куча дел, я весь такой занятой. На самом деле, я не делаю ни хера. Я не могу сказать, что я куча времени уделяю учебе. Да, на нее уходит много времени, но не все время. И просто, когда мне кто-то говорит, что я обленился, ни хрена не делаю, я такой... Я учусь. Я нифига не снимаю видео, это да, конечно. Просто я считаю, что если уже делать, то делать нормально. То есть, если снимать, то снимать в хорошем настроении, снимать нормальное видео, а не снимать часто и какую-то ерунду. Что я делаю целыми днями в свободное от учебы время? Я учусь. Смотрю сериалы. Когда я снимал видео о своих любимых сериалах, я попросил вас в комментариях написать мне, какие у вас любимые сериалы, какие мне вы посоветуете посмотреть. И почти все комментарии были в «Волчонке». Волчонок, волчонок, волчонок. Ну и я такой подумал, эх, ладно, уже посмотрю, что там. Начинал я такой, ну, первый, второй сезон, нормально так. Но когда я дошел до 3-го сезона, я просто понял, я могу сидеть и смотреть сутками его. Я могу бежать со школы вот так вот, что, о, господи, я сейчас буду смотреть сериал. Эпилепсия, блин. Так что спасибо вам большое, что посоветовали. Очень клевый сериал, и если вы еще не смотрели, то посмотрите. Называется Teen Wolf, или Волчонок, или Оборотень, или как хотите называйте, блин. В начале этого видео я вроде как сказал, или не говорил, память как у рыбы, что я ездил в Минск вчера. Ездил я туда не просто так, а за пригласительными на белорусскую неделю моды. Вот модник нашелся. Но, к сожалению, из-за учебы, я же, блин, ученик, как-никак. На неделе туда я попасть не смогу, поэтому поеду туда на следующих выходных. Я там буду как раз на закрытие, то есть 15 и 16 числа. И, наверное, я сниму вам оттуда влог, хотя я не знаю, что там может быть интересного. Может, я вообще халявно поем, халявно выпью шампусик и поеду домой. Посмотрим, короче. О чем же еще рассказать-то? Возможно, хотел бы посоветовать вам каких-то фильмов, но у меня просто феноменальная память, и я не помню ни одного названия, поэтому сори. Помню, что «Проклятие Аннабель» крутой, потому что я обожаю ужастики, и это супер, конечно. Я ходил со своими друзьями, это было очень весело, все такие визжали, типа Но он, конечно, клевый очень. Еще мы недавно ходили на какой-то очень скучный фильм, который идет 2,5 часа, и я просто думал, что я реально клюну, буду сидеть и такой... Как же он, блин, назывался? Я сейчас как в «Битве экстрасенсов», такой типа «Чую-чую». «Пропавшая», «Исчезнувшая», «Исчезнувшая». Исчезнувшее. Не смотрите, реально дерьмо. Сейчас будут люди, которые его смотрели, я знаю людей, которым он понравился. Это типа, ты не понимаешь, это мелодрама с глубоким смыслом. Я люблю такие фильмы, но это реально какой-то, блин, ни о чем. Просто смотришь и думаешь... Ничего не думаешь. Конечно же, я пойду на «Сойку-пересмешницу», на премьеру, на следующий день и вообще каждый день, который у нас будут его показывать. Еще совсем немного, и мы будем скитнеть вместе. Я уже жду, не дождусь. Вы не представляете просто. Что? Все, реально, больше не могу, голова не варит, я очень устал, я хочу спать. Так что соль, что я вас кидаю, или не благодарите, что я от вас отстаю. Спасибо большое за просмотр, и спасибо, что остаетесь со мной, несмотря на то, что я такой придурок ленивый и нифига не снимаю. Так что надеюсь, что мы скоро увидимся, что я перестану страдать херней и возьму себя наконец в руки. И пусть удача всегда будет с вами.
Пока.